Всем привет, это канал Красного Герцога, и сегодня мы походим по квесту «Идущих сквозь покров» с игрой Stellaris, дополнение First Contact. А также продолжим копать, как в прошлой серии, в общем-то, неплохо покопали, отстраивать наш флот, вроде есть куда, да, у нас все еще на подходе линкоры и вот это вот все. Ну и будем дальше готовиться, в общем-то, к восстановлению справедливости. Так, прибавим скорость и ждем, собственно, дальнейших событий. Да, у нас исследована червоточина. И куда же она нас ведет? Она нас ведет куда-то сюда. К хантакам. В принципе, у меня с ними хорошие отношения. Да, защита. Да, прям даже защита. Верить, что мы слабы и нуждаемся в ее защите. Ой, я могу их понять, да. Ну ладно. Интересное кино. Что-то все сильнее меня. Прям беда какая-то. Ладно, давайте смотреть, что у нас говорит Анклав. Покров дрожит. До нас дошли сведения, что часть наших бывших служителей нашли пристанище на одном из ваших миров. Мы недовольны, но готовы с этим мириться. Безрассудные поступки часто влекут за собой тяжкие последствия. Знаете, эти реформаторы просто кучка шарлатанов, наивных глупцов, решивших, что они нашли способ раскрыть тайны Покрова. Вы приютили их себе на погибель. Обитатели Покрова не оставят это без внимания. Понятненько. То есть не надо было, да? Ну ладно. Может быть, я был неправ. Так. Ждем исследования, пока у нас еды до хрена. Ух ты, это круто. А вот сплавов я бы хотел побольше. Побольше, побольше надо сплавов. Их как-то капитально не хватает. Ну, собственно, лучше всего у меня торговля, по-моему, как раз с этими хантаками и шла. Правда, не знаю, нужна ли им наша еда. Сейчас узнаем. Во-первых, есть ли у них сплавы. У них есть сплавы. У них много сплавов. Ну-ка. А еды хотите? Хотят, но как-то немного они ее хотят. 2000, да? И это вы можете дать мне за них. За 2000 еды и 600 сплавов всего. Мне сильно-то мне как-то не это. Не полегчает. А энергию можете мне дать? Вообще могут. Ну-ка, десяточку отсыпать, а? А, еды вам просто больше не надо. Ну ладно. Хотя бы так. А кого бы еще... Кому бы еще можно было бы продать еды? А вы кто такие? А, это угасшие. Вообще, кстати, не так уж и плохо. Собственно, кроме нексов, да, этих ребят, у меня все остальные... Хорошо соотношение, да, неплохо, неплохо. Ладно. А вот с вами наравне, может вы хотите дать мне, например, сплавов? Могут. А еды хотите? Хотите кушаться? Хотят. Много хотят кушать, ну-ка. А может прям вообще? Вах. Какая прелесть. Вот так. 10 тысяч еды за 3 тысячи сплавов. По-моему, неплохой курс. Осталось только... Да, и они приняли наше соглашение. Двери ключ. Благодетели, вы приютили нас, когда другие от нас отвернулись. Покров благословит вас в этой жизни и той, что за ней. Наши бывшие собратья, Шрауд Уитчерс, не видят дальше своих традиций. Покров можно преодолеть. В нем есть дверь, и мы нашли ключ к ней. В награду за вашу щедрость мы поделимся с вами этой тайной. Мы просим лишь предоставить нам ресурсы для строительства. 500 энергии, 50 кристаллов. Окей. Нате. Так, а это мы исследовали, значит, тогда давай эту исследуй. К сожалению, это все-таки в разные части ведет. Так, и здесь тогда надо... А почему здесь не исследована система? Нет, подожди, стопэ. Отмена. Галя, у нас отмена. Ну-ка. Нет, просто система.
Который, причем ничего особенного нет. Но почему-то... Нет, не согласились. А, эти не согласились. Да и бог с вами, ладно. Не согласились, так не согласились. Нужен ли мне здесь форпост? Вообще нет. Не хочу ругаться с этими ребятами. А вот базу здесь надо ставить. Мало ли кто нам с той стороны придет. И пока есть минеральчики, надо, значит, сдать. Так, здесь у нас по максимуму. Здесь у нас по максимуму. А здесь меня, помнится, комп обманул. И здесь не по максимуму. 8. 13. Еще 5 станций могу поставить, да? 2 ракетных, 2 оборонных, 2 улья, 2 ПВОшки. Всего по 2. Хорошо. Ну да, логично. Так, ладно, тогда. 2, 3, 4, 5. Вот так. Это здесь мы сделали. Здесь тоже 8. Еще раз, 2, 3, 4, 5. И здесь вообще ни одной. А здесь ты вообще что-нибудь построил? Нет, не построил. Сейчас мы это дело исправим. Да. Сначала на минус щиты, потом все остальное. Итого 11 станций, и здесь будет еще одна, и здесь 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6 станций еще можно будет поставить. Торговли надо, да, делать. Вот здесь можно сделать станцию на торговлю, бахнуть, увеличивать свою, так сказать, экономическую мощь. Да и здесь тоже можно. И пока все. Да. В остальных тут по мелочи. Хорошо. Здесь тоже все не очень крупно. Что-то долго у нас вот эти товарищи развиться не могут. Всего-то один уровень, а они все никак. А тем не менее, где-то что-то выкопали, тем временем, точнее. Есть кто-нибудь дома? Я опять забыл посмотреть, да? Почитать. Сказал, потом почитаем, и, в общем-то, забыл. А переключиться на первоначальный уже не получится. Ну. Наша экспедиция на поверхность доложила об удивительных открытиях. На планете много крупных городов. Все они покинуты, но находятся в довольно хорошем состоянии, если учесть их возраст. Инфраструктура и планирование каждого города удивительно упорядочены и гармоничны, что указывает на крайне сплоченную цивилизацию, движимую единым для всех коллективными идеалами, а возможно и даже чем-то вроде гештальт-сознания. Судя по архитектуре и внутренней арматуре, все это построила раса маленьких грибовидных с довольно низким уровнем технологического прогресса. Куда именно они делись, остается неизвестно. Ну, раскопаем, узнаем. Здесь что-то строят, здесь не строят, но здесь у нас хавыч, и нам здесь пока ничего не надо. Окей. На кузнице нам тоже пока ничего не надо. Ключ изготовлен. Покров трепещет. С вашей помощью мы наконец-то закончили строительство великого ключа. Самые одаренные из нашего братства уже готовы начать открытие. Они связали свои разумы с ключом, усилив псионические способности. Сейчас эти отважные паломники вступили в общий сон. С их пробуждением откроется дверь в покров. Пусть обитатели покрова благословят их усилия. Отлично. Отлично, открывайте. Открывайте, мы посмотрим. Так, а единственное, что мы посмотрим, знаем, и знаю я эти приколы. Лети-ка ты сюда. Этот уже здесь. А то вылезет оттуда какая-нибудь хтоническая дрянь, и будет мне веселуха. Ага. Так, да, шарт. Межпространственный ужас. Надо не забыть их сегодня тоже немножечко уконтрапупить. Как там наш... линкор, 7 месяцев осталось. Чудненько. Да вы издеваетесь. Прям специально, да, вы ждали. А, ну это как раз даже здесь. Ладно. Это рядышком, это можно. Это мы могем. Так. Ну да, ничего, обычная система. Ладно. Окей.
Тогда исследовать эту червоточину. Это пиратов валят. Завалили. Возвращаемся домой. Опять минус ушел. Ну ладно. Так, гипердвигатель. Очень вовремя. Сложные боевые, передовые, уйные. Давай сложные боевые алгоритмы. Да. Минеральчики подошли к концу. Вот минеральчики хантакам точно нужны. Это я помню. Были раньше. Сейчас узнаем. Сплавы, сплавы, сплавы. Для начала 3000. Вам нужно только 5000, да? Но у меня еще все еще куча газов. Ой, это я много. Вот. Хватит с вас 250. По-моему, неплохой курс. И, да, они согласны, чудесно. А раз так, значит, можно заканчивать стройку здесь. Или нет, подожди. Оставим для линкоров. Так, дверь открывается. Страшные вести из колонии Унари-1. Блин. Другой конец. Пробудившись от многомесячного транса, реформаторы успешно открыли дверь в покров. Над центральным городом возник рваный пространственно-временной разлом. Из него устремился липкий туман, мерцающий отвратными цветами. Псионические миазмы пронеслись над колонией, исказив сердца и умы колонистов и реформаторов. Многие видят в этом начало нового темного века для мира Унария. Счастье минус 10, стабильность минус 20. Век тьмы. Зашибись. Открыли, блин. Не надо было. Не надо было открывать здесь двери. Полиция здесь есть, но я думаю, она особо мне не поможет, если что. Это у нас, кстати, ой, это у нас еще энергетическая система. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Кажись, будет больно, будет плохо. Ладно, подождем, во что это все выльется. Так, а это не линкор или? Нет, это зро, кстати, наконец-то можно добывать зро. Расход влияния на притязание, дипломатический вес, вместимость флотилии. Надо растить, да. Навязывание мысли подождет. Надо больше места под корабли. И, соответственно, больше самих кораблей. Ладно, ждем линкоров, или что там еще случится плохого. Да блин, я никак паузу поставить не могу. Так, лига скрапперов. Это, я так понимаю, этих мусорщиков, скажем так. До нас доходили слухи о великом государстве теократия Гугов, и мы рады наконец встретиться с вами. За скромное пожертвование мы предлагаем первоклассные услуги утилизаторов. Да, это улучшение двигателей до разбора флотилии. Угу. Во имя будущего сотрудничества мы предлагаем вам символический подарок в знак нашей преданности клиентам. Что скажете? Скажу огромное спасибо за почти 2000 сплавов. А вот, собственно, и линкоры поспели. Так, орбитальное кольцо, строительство космической базы, модулей, здоровье оборонительной платформы или разрывная автопушка. Давайте здоровье платформы укрепим, так сказать. Ну и пошли конструировать линкоры. Что мы можем сделать? Элька... ПВО и авианосец, да? Давай сначала Эльку. Ага, ага, ага. Так. И в Эльку мы напихаем всяко разного. Вопрос только чего. Значит, лазеры у нас броня-обшивка, а это по щитам. А ты у нас щиты-обшивка. А, подожди, это древний мёк... которым нужны эти самые малые артефакты. Ну-ка. Значит, ты урон по щитам. Прямо как обычный рельсотрон, да? У него средний урон 24, у тебя 14. Возникает вопрос, и нахрена ты мне?
При том, что ты как бы ни хрена не дешевле. Энергии жрешь только чуть меньше. Ну и все. Точность 50. Точность меньше. Скорострельность выше, да? 4,25, а здесь нет. Скорострельность такая же. Дальность действия 45-100 от 0 до 100. То есть этой можно стрелять и в упор, а эти на эльке в упор не стреляют, да? Причем только на эльке. И это все? И вот ради этого мне надо ставить вот эту вот штуку? А на МС тут вообще тогда нафиг надо? Обнаружение 5. Обнаружение 5. Я не знаю, зачем оно. 72-100-200. То есть, это древняя технология. Она хуже, чем улучшенный рельсотрон. Это как-то обидно. Я так надеялся. Может, я что-то не вижу? Если я что-то не вижу, ткните меня, пожалуйста, глазом в это место. Но, по-моему, да, это не вариант. Так, автопушки, кстати говоря, круче, да? У них и замедление, да, меньше, и... Точность выше и средний урон выше. Дальность, правда, маленькая. Всего 40. А я хочу хреначить этой фигней издалека. Да и урон тут. Щиты и обшивка. Да, наверное, буду по классике, как я это, собственно, обычно и делал. То есть вот так вот. Пока иксы не откроются. Тогда у нас, да. Или иксы здесь, подожди, а иксы должны быть на линкорах. Я уже что-то подзабыл опять. Так, и здесь, значит, броньку. Опять броньку. И щиты. Маскировка недоступна. Вот что-то они с этими уровнями немного накосячили, на мой взгляд. Ну вот мне маскировка третьего, точнее, ну, видимо, нужно четвертого, чтобы линкор запихать. Она мне недоступна. Значит, смысл всех остальных... То есть я либо не ставлю в те флоты, которые используют маскировку, линкоры, либо те флоты, где эта маскировка используется, она просто теряет смысл, превращается в пустой расход ресурсов. Потому что, ну, что это за флот, который замаскировался, а линкоры нет. Не согласный я, вот совершенно не согласный. Ну и опять же, оставили две ячейки. Вроде что-то писали про увеличение, я думал, этих ячеек будет больше, а мне хрен тут. В результате кучу вещей. Я поставил орбитальный этот распространитель мусора, но его некуда пихать, потому что накопители щитов и регенерирующая обшивка для линкоров вещь в моем представлении обязательно. Игра мне не дает этого всего сделать. Звезды, судья удачи. Хорошо, пусть будешь судья удачи. Ладно. Обида обидная. Ну и получается у нас один авианесущий, да? А, я забыл, кстати говоря, этот компьютер посмотреть. Что-то как-то он не сильно авианесущий. Всего-то 3. Ну как несерьезно. М-ки. Вот может хоть в М-ках смысл, 77, да ни хрена нет смысла. Ну я, наверное, вообще дезинтеграторы поставлю. Парочку. Да и плазмометы. Отбиваться от всякого разного. А на эски поставим автопушку. Вот так, просто так. Просто потому что. Зато здесь у нас 3 этих штуки. А зачем они мне здесь? На этом линкоре. Вот здесь оно мне совершенно без надобности. Шансы попадания. Ну давай химу хотя бы поставим. Сюзерен творения. Светило провидения, ага, которое еще никому не светило. Так, ну ты у нас авианосец. Вот и будь авианосцем. И авто. А что ты собрал? Ну да, да, угу, понятно. Удаляем. Судья удачи. У нас артиллерию взял, да? А, ну у тебя или артиллерия, да. А, линия есть. Артиллерия. Держаться на дальней дистанции по цели сами. Ну да, все правильно. Хорошо. Ладно. Тогда идем во флотилию. Аниксовый. Так, у нас здесь с крейсерами-то не ахти, да? 3-3-1, а здесь... А, 4-2-2.
37. А линкор, кстати, сколько требует? 8. Ой. Сейчас пойдет сложная математика. В результате сложных расчетов я выяснил, что я могу построить только 4 линкора. Только 4. То есть 2 сюда. И 2 сюда. Пердец. Ну ладно. Хоть что там. И вот с этим всем нам надо будет валить все эти ужасы. Межпространственные шарды и прочие дребедень. Так. Продолжаем отстраивать нашу здесь оборону. Что-то как-то как-то мне немножко грустненько с этих линкоров, с этих изменений. Так, это ты у нас торговая. Ты тоже торговая. Нет, это ты и была. Подожди, а ты кто? Не понял. Так. А здесь что завершено? Или я просто забыл, как я первый сделал? Тоже молодец. А здесь тоже торговая, да? Угу. Вот. Окей. Окей. Ну, ждем, пока все отремонтируется, отстроится, достроится, апгрейднится и вот это вот все. А, да, раз я линкоры больше не могу, что мне их беречь? Сплавы. И давайте тогда все-таки здесь. Я здесь зарядил, да, здесь зарядил. Здесь начнем тогда строить платформы. Хоть немножко. Ага. Знаки исчезают. Покров умолкает. Уставшая река времени возвращается в привычное русло. Изменения, предсказанные во время ритуала, свершились. А теперь ступайте и удивляйтесь действиям покрова. Чё? А? Вы что-нибудь поняли? Я ни хрена не понял. Это все? То есть вот эта вот дрянь, которая у нас здесь образовалась на Унаре 1... Это, в общем-то, все, что я получил с этих кренделей. Корабли готовы действовать. Ну, как-то, по-моему, фигня какая-то. А я могу еще поговорить с этими, с покровами. Давай еще за 9050 влияния. Так, пущай общаются. Я думал, они от них прилетели. Так и должно было быть. Но, как оказалось, нет. Знак локуса какой-то. Так, есть кто-нибудь дома? Дальнейшее изучение пропавшей цивилизации на планете ООН-1А породило больше вопросов, чем ответов. Этим простым крепким конструкциям тысячи лет, и все они, похоже, были построены примерно в одно время, вероятно, в течение одного столетия. Любые дополнения или обновления, касающиеся городской структуры, похоже, также были всепланетными и выполнялись через большие непрогнозируемые промежутки времени. Странный характер развития этого общества, похоже, не допускает заметных изменений численности населения. Продолжаем выяснять, что там с ними случилось. Что за народ такой был странный. Крепчаем с каждым днем. Вы, ребята, тут как раз, да, зро пошло, зро. Плюс... Подожди, стоп. Почему плюс 4? Должно быть плюс 5. Крепчаем с каждым днем. А здесь, на зроне вообще плюс 6. Во, плюс 12. А это значит, можно все-таки... Включить указ, который я хотел включить. Взгляд незримый, который даст нам действие сенсоров плюс 1. Время подготовки к гиперпрыжку минус 15. Перезарядку гиперпрыжка минус 15. Перезарядку прыжкового двигателя минус 15. И точность квантовой катапульты, которой у меня вот даже нету, плюс 15.
И все это в процентах. Пусть будет. Крепчаем с каждым днем. Так, база. Ты у нас какая база? Ты у нас базовая боевая. Ой. Кажется, мне нужно еще сплавов. Сейчас куплю. Так, я купил еще сплавов. 4600 за 2000 минералов, 200 патилинок и 370 экзотических газов. Хороший курс. И можно улучшать дальше эту базу. Кстати, у нас там товарищ-то долетел? Нет, еще не долетел. Какой он медленный. О, какие все они медленные. Ну ладно. А линкоры мне сделались? Один. А, так, стоп, подожди. А, это преобразователь. Нет, линкоры еще не сделались. Кстати, о линкорах. Это мы все свернем. Давненько не было никаких событий, кстати, связанных с досветовыми. Что-то они там все как-то это загрустили. Так, на бастионах ничего не надо, да? Ну ладно. Окей. О, линкоры только поспевают, да? Ладненько. Ждем тогда, ждем развития событий у этих покрова. И сейчас, когда достроятся корабли, пойдем бить какую-нибудь космическую нечисть. Ага. Я снова хотел нажать на паузу в записи. Слишком уж осознанно. Похоже, событие, что предсказывали Шраут Вичерс, наконец произошло. На мире Саунус-1, в моем технологическом развитии моей науки, набирает популярность новый уличный наркотик осознания. Его главный псионический компонент выделяется из местного растительного аналога. Во время быстрого сна наркотик стимулирует оптический тектум и вызывает ярко выраженное осознанное сновидение. Что еще важнее, некоторые из тех, кто пробовал наркотик, сообщают, что во сне за ними следили, словно бы кто-то или что-то пересек границу их разума. Тем не менее, многие предпочитают эйфорию сна суровой реальности в колониального бытия. Увы, популярность наркотика привела к росту преступности и появлению подпольных распространителей. Счастье минус 20, преступность плюс 25. Событие «Тревожные сны» произойдет через 60-80 дней. Твою мать, да, не связывайтесь с этими покровами, ну их в задницу, блин. Без них как-то лучше. Хотя, конечно, не сильно увеличило мне тут все, ухудшило, но тем не менее. Это пока, через 60-80 дней узнаем, что будет дальше. Кстати, еще одна археотехнология – реактивная броня. Вот не знаю, стоит ли ее учить, а то подозреваю, что она тоже будет хуже. Но она стоит всего 8500, так что давайте возьмем и посмотрим, что она нам даст. Текс. Открыли червоточину, и ведет она вот сюда. Даже не знаю, хорошо это или плохо на данном этапе, потому что она прямо сейчас вроде они как наши враги, потому что мы сюзерен воюет с ними. Но в перспективе это, наверное, будет тоже плохо, потому что когда мы начнем освобождаться... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 47. А мы не начнем освобождаться. У меня весь флот на 47 единиц. А у него их 3. И еще на 20. И еще неизвестно, все ли это. Нет, не все. Ну, это мелочь. Ну, все, да, вроде бы. Но тем не менее... То есть, не по зубам в данном случае, это значит, что почти в 4 раза больше меня. А мне тупо... Это как это вообще? Это как это вообще возможно? Вот это, блин, разница. Нет, он не кризис. Он просто охренел. Он просто охренел. Да, блин. Ладно, я, собственно, что включился-то, да. На раскопочке отправить товарища. У нас прямо в этой системе есть.
Искусственная конструкция диаметром несколько тысяч километров в поперечнике хорошо видна с орбиты планеты Серпис-5А. Судя по форме, в ее центре расположено что-то важное. Показания датчиков с орбиты не содержат ничего особенного, поэтому необходимо более внимательное изучение. Вот давайте мы этим, блин, и займемся. Более, так сказать, внимательным изучением. Никаких событий у нас пока не происходило. Улучшайся. А, ну вот как раз у нас... Нет, это кто-то другой где-то помирился. Ага. На мире Унари-1 зреет восстание. Ну да, ну да. И волнение, террор, все там же на мире Унари-1. Окей, собственно, тут, как говорится, вариантов-то немного. Минус 6, блин. Тенденция будет меняться, нет? Хоть какая-то. Ни хрена. Распределить блага на Унари-1 не действует вообще. А у меня и армии нет. Как меня задолбал... Чтоб я еще раз играл не за коллективный или машинный разум. Как меня задолбали эти фракции, сракции и прочая херня, блин, на постной масле. Надоели. Кто у нас тут покруче? 4-3-4-3-3. Грон Морали, это все, да? Давай вот вас, что ли. Здоровье 300. Мораль 250. То есть, в принципе, похрен. Ну, пусть будете вы. Хотя, конечно, здесь это не самый лучший вариант. Плюс у меня где-то была. Да, вот она. Военная система. Армия псиоников, да? 13. О! Вы нам будете нужны, ребятки. Пердец. Есть кто-нибудь дома? Недавнее открытие пролило свет на вопрос, куда исчезли строители городов с планеты Вун-1А. Очевидно, у этой грибовидной расы есть коллективный цикл массовой смерти и возрождения. Они массово рождаются почти одновременно по всей планете и затем растут как часть коллективного разума, где все связаны друг с другом. За сотни лет своего жизненного цикла они распространяются по планете и заново занимают города, построенные, покинутые предыдущими отмершими поколениями. Когда приближается время следующего цикла смерти и возрождения, они следуют общему для их расы биологическому зову. Посредством бесполого размножения они производят на свет стручок, зарываемый в землю. Родитель умирает, а его тело разлагается и удобряет землю вокруг стручка. После длинного периода спячки стручки раскрываются, выпуская новое поколение, и цикл повторяется. Но мы еще здесь покопаем. Может, еще что найдем. У меня малые артефакты, кстати, дошли до точки. Кстати, о малых артефактах. Здесь же есть еще решение, да? Можно распределить предметы роскоши. Можно отправить... Ну, это производство к жрецам, а у меня их вообще нет здесь. Я думал, может, этот... Да, это я уже думал. Но нет. Это не поможет. Объявить военное положение. Ресурсы от видов деятельности минус. Скорость прироста минус. Деятельность от солдат плюс. Стабильность от солдат плюс. А они у меня есть, а у меня их тут нет. Потому что армии это не солдаты. То есть мне ее вводить смысла нет. Свинство. Скорость создания армии плюс 50. Строительство цитадели плюс 50. Но я не удержу ее все равно. И оно вообще не собирается снижаться. Низкая стабильность плюс 5. Мятежные миры в системе плюс 5, плюс 2. Мощь гарнизона 1. Слабая планета минус 1. Переселение жителей ускорит прогресс. Чтобы заметить, можно повысить стабильность, снизить безработицу, разместить армию в гарнизоне или усилить космическую базу. Спасибо за подсказки, вашу мать, а то я не знал. Вот жило спокойно, да? Началось тут теперь. Базу. Нет, базу сейчас усиливать смысла нет.
В общем, навлек я себе развлекуху на свои вторые 90. Которых у меня нет, если что. 90. Так, все? Нет? Или ты еще что-то будешь строить? Ты куда-то летишь? Никуда не летишь. А, ну ты что-то строишь. Ну, строй. Строй, раз такое дело. А, до 4 снизил. Это все, чего я добился. Снизил скорость до 4. Ой, пердец. Ну, может, больше армии настроим, может быть. Может быть, это немножечко мне и поможет. Волнение, святость. Так, согласно последним отчетам, духовные лидеры сыграли важнейшую роль. Пообещав освобождение от нынешних тягот, они легко нашли отклик среди местного населения, в результате чего сопротивление приобрело отчет религиозную окраску. Привлекательность этики и спиритуализм. Это, конечно, хорошо. Хрен ли вы тут забыли, кстати? И где? Вот. Чего вы тут летите-то? Нехрен тут шляться. Крепчаем с каждым днем. Да тут окрепчаешь, блин. Так, Тубан, это у нас торговый. Хорошо. Ты у нас тоже торговый. Чудесно. Ладно, кто-то с кем-то. А вот это вот наши хексы. Опять же, хексы там что-то отжали, отжали. И Абиу, они их тоже завассалили. Ага. Жопно, жопно. Ну ладно. Получена новая технология. Бронительный комплекс. Блин, у меня корабль когда-нибудь апгрейдится, закончит или нет? Усилитель щитов. Еще одна древняя архитехнология. Ну давай возьмем ее, посравниваем, посмотрим, как оно там. Цель видна с орбиты. Так, в самом центре сооружения находится заросший церемониальный вход, ведущий глубоко под землю. За прошедшие века проход оказался загроможден растительностью, планета безжизненная, напоминаю, и наполовину засыпанным обломками из-за какого-то тектонического сдвига. Так что идти по нему очень тяжело, а его расчистка будет настоящим подвигом. Расчищай. А куда мне вот эти малые артефакты добавляются? У меня максимум всего 3000, кстати. Есть кто-нибудь дома? Это про грибочки эти, да? Во время раскопок на планете Вун-1А наконец стала известна судьба ее пропавшего населения. Они все пребывали в земле в созревающих стручках и уже готовились появиться на свет, когда случилось какое-то природное явление, внешний разлад в экосистему планеты. Скорее всего, это было падение метеорита, который на несколько десятилетий изменил погоду и сезоны. Когда они родились, то очутились в мире, лишенном их обычной пищи. То, что должно было стать всеобщим праздничным возрождением, быстро привело к медленному коллективному голоданию и, в конце концов, вымиранию рас. Древняя фабрика переработки. Получаем технологию и 19 тысяч социсследований. Отлично. Но тут все плохо. Все плохо. Корабли готовы действовать. Ой, кто-то заапгрейдился. И снова идем апгрейдиться дальше. И усиливать флотилию нам. А ты? Ты у нас тут так в очереди стоишь. Завершено. Так, реактивный... Бляха-муха, я точно только... Я не успею сегодня никого убить, я буду только заниматься апгрейдами. Так, и вот это вот изучи, бесполезное для меня. Раз такое дело. А что там так мило прозвенело? Знак локуса. Нулевой прогресс, кстати. Вот не нравится мне это. Так, давайте смотреть, что у нас за броня. Допустим, на примере линкора. Не понял. А где? А чё? Это сюда идет. Извините. И что за броня, что она нам дает? Потребление энергии 15, закалка брони. Вот не люблю я такое. Что написали? Закалка брони. И что мне это должно сказать? Где этот параметр? Я могу почитать, что это за закалка такая.
Внедрение кристаллической решетки в защиту корабля повышает устойчивость к оружию, которое в обычных условиях легко пробивает броню. А и как это рассчитывается? То есть это против оружия, орудий, которые бьют по броне. А, ну хорошо, допустим, у меня что там бьет по броне? Вот лазеры, допустим. Урон по броне плюс 50. А здесь закалка плюс 15. И как их скрестить? То есть мне от 50 отнять 15? Или от 100% плюс 50, то есть 150% урона отнять 15%? Ну, короче, в общем-то, это еще одна бесполезная технология. Она есть, она архео-древняя, там, вот это вот все, но она, по сути, для меня бесполезна. В моей тактике боя ей применения не найдется. Ждем, ждем чего-нибудь интересного, ждем, когда... Корабли готовы действовать! Так. Там хорошо, дружите, у нас здесь очередная... База построилась, это у нас, да, очередная червоточина. Закрываемся. Корабли, подожди, нет, не глушите, я промахнулся. Корабли готовы действовать, это про, да. 12, и тоже пополняйся. Окей, да, вот, организованное сопротивление. Мятежные элементы начали оказывать организованное сопротивление, которое возглавляют неуловимые диссиденты, зуриты. К счастью, их пропаганда не нашла отклика в других мирах, и нынешние волнения ограничились лишь одной колонией. Да хрен мы это пресечем на корню. Это событие связано с Покровом, с этим долбанным. Ладненько, да, подождем, посмотрим, к чему это все приведет. Или же... Ой, у нас флот переснащен. И мы ждем еще одного линкора, да? Раскопки завершены. Стоит миновать обрушенный вход, как тоннель уходит глубоко под землю. Выглядит, кстати, безупречно с архитектурной точки зрения, несмотря на свой возраст. На глубине нескольких километров она открывается в огромную камеру идеальной сферической формы. В самом центре висит, благодаря какому-то силовому полю, непонятное инопланетное устройство, полупрозрачный куб янтарного оттенка со сложными инопланетными узорами на всех шести гранях. Прикосновение к узорам вызывает ритмическую пульсацию света, излучаемого кубом. Ни в этой камере, ни в самом кубе нет ничего похожего на какой-либо известный нам язык, код или математические уравнения. Но с достаточной уверенностью можно предположить, что коробка представляет собой какую-то головоломку. Давайте решим эту головоломку. И да, ждем линкоры. Еще раз. Технологии, ракетный рой, вместимость. Усилитель щитов тоже будет фигню, я прям вот чувствую. Да, и пойдем тогда кому-нибудь все-таки наваляем. Вот в Зубин, например, слетаем. Где, кстати говоря, откуда уже все куда-то подевались. А куда он делся? Не понял. А куда делся тот ужас, который там вылез? И где он, сука, вылезет потом? Ну ладно, скоро узнаем. Да, не удалось мне стряхнуть, и, скорее всего, не удастся, да, сейчас объявят о независимости, вот это вот все. Но немножечко снизил, надо было, конечно, раньше войска делать из-за мощи гарнизона, там вот это вот все, скорость прироста уменьшилась. Я тут вспомнил, что у нас же есть этот самый... мы можем выйти на связь с космическим Джа, давайте мы это и сделаем, и... попросим его что? Стабильность повысить нам, да? Вот, привлекательность так. Стабильность плюс 5. Урон от орудий. И патриарх получит уровень. Да, стабильность, давай. Молим тебя, Джа, о стабильности. Но здесь все еще минус 2,7. Ну, чуть-чуть поменьше стало. На 30 всего... На 0,3 всего уменьшилось. Да, потому что стабильность тут суммарно... Ой, я даже не считать не хочу. Очень-очень-очень-очень маленькая. Армию наклепали, но она, конечно, отбиться, если что, там все равно не сможет. А это значит, что, в общем-то, всякие ужасы у нас подождут. Нам надо гнать сюда флот, сдерживать этих откалывающихся, чтобы они не шибко откалывались. Исследовательское судно под огнем! Где оно под огнем? Господи, ты опять сюда за... Нет. А где?
А, понятно. Угу. То есть вот так лететь тебе было неинтересно. Тупое животное. Ну ладно. Ну и, собственно, колония взбунтовалась. Население Мира Рунария 1 бунтует, они свергли местное правительство и назвали себя Зурид Конфедерейшн. Остается лишь надеяться, что этим все и ограничится. Ну, мы, естественно, будем с ними воевать. Созывайте флот. И у них появляется флот. Объявлена война. Ой, они еще и несколько систем вокруг отхватили. И получили флот. И все войска, которые я там создавал, они все оказались, ну, куда-то подевались. Ну, вот это, конечно, тупизна. Раньше там, по крайней мере, бой какой-то сначала случался, да, на земле. А потом только вот это вот все происходило. Литоиды, причем почему-то. Проповедующие изуверы. Да, блин. Пипец. Пипец. Как он есть. Так, где мои эти самые армии? А, ее просто выкинуло оттуда, да? Или она летела и не долетела? Так, вы здесь зависли. Давайте в кучку. У вас, да блин. Сюда. А, ребята мои. Ну, сначала здесь. Ну что ж. Хотел войну, получил войну. Но это вот подарочек, блин. 50 тысяч. Это пердец. Это нечестно. А знак локуса так и висит. Они еще притязания объявляют, да? Ага. Ну ничего. Так, а мы войну-то объявили за что вообще? Усмирение вассалов? Я не хочу их вассалов, я хочу их забрать обратно. И главное, он может пойти в любую сторону. Посмотри, что делает, а? Офигеть, блин. Ну. Цель видна с орбиты. Несмотря на невероятную абстрактность, узоры на поверхности головоломки оказались созвездиями. Это не было вполне очевидным, потому что точка наблюдения, в которой были сделаны эти изображения созвездий, находится, как ни странно, за пределами нашей галактики. Как только мы это поняли, открыть коробку стало просто. Она оказалась картой. Как только головоломка была решена, на коробке высветилось голографическое изображение ближайшей звездной системы, и особое внимание было уделено конкретному месту во внешнем поясе. Наблюдения за этой точкой выявили необычно плотное скопление каменистых обломков, некоторые размером с континент. При изучении выяснилось, что это фрагменты целой планеты, которая была каким-то образом уничтожена много тысячелетий назад. Что бы здесь ни было раньше, и что бы не вдохновило на создание величественного сооружения, указывающего путь, ничего этого уже давно нет. Тысячи минералов, которые мне не нужна, и древнее замедляющее поле. Технология получена. Минералы давайте немножко сольем через рынок, потому что больше они, в общем-то, никому не нужны. Я перенасытил рынок. Да. Ну и, собственно, будем воевать. Сиджитари строят врата. Блин, где у меня технология врат? Крепчаем с каждым днем. Это кто? Это где? Это здесь. Улучшаем. Давайте, давайте, давайте. Успейте, пожалуйста, на эту систему раньше. Я надеюсь, что они в эту систему летят. И хотя надо же просто взять да посмотреть. Нет, они не летят не в эту систему. Они летят как раз вот бюндазад. И этот тоже полетел, да? И тоже туда же. Зараза. Стой, да постой ты, господи. Я хочу проверить.
Да, адмиралы есть. Адмиралы есть. 26, а тут 30 уже тысяч. Ну вот это как это называется, а? Как откуда он их берет, блин, этот долбанный компьютер? Как он мне надоел вот этими своими, блин, читами? Это ж пипец какой-то, блин, невозможно вообще с ним играть, в принципе. Нельзя так читерски вообще относиться ко всему. Так, жилья не хватает. А здесь можно апгрейдить, наконец-то. Давай, блин, втопи уже, где ты там еле ползешь? Ну и да, он сейчас прыгнет. Научные и все. Сокровища. А этот тут дальше полетел. Ну ты смотри, что делает, а? Древняя фабрика переработки. Кстати, тоже археотехнология, которая увеличивает... Ну, короче, для финажного мира как раз. Вот эта штука полезная. И замедляющее поле. Вот оно. Что дает? Энергия тын-тын-тын-тын больше площадь, чем обычные щиты, замедляет время в точке соприкосновения. Благодаря этому щиты эффективнее рассеивают энергию от вражеских атак. Ну, возьмем, посмотрим. Но, по-моему, это опять же фигня какая-то. Или анализ. Или анализ. Здесь это не пропадет. Давайте анализ возьмем. Можно будет на военку. И, кстати говоря, военки. И наши указы. Где наши супер-пупер минеральчики всякие вот эти вот, да? Экзотические газы как топливо. Вот это надо было давно включить. Усиление щитов. Скорость расчитки не надо. Боеприпасы, да. Взрывчатка, да. Реактивная броня, да. Сенсоры. Ну, пусть будет. Кристаллы, обязательно. Вроде бы все на войну, да? Образование, запугивание. Что дает? Единство плюс 10. Потребление зру прирост. Так, сетевые блага. Переселение. Стабильность. Надо было вот эту штуку делать. Да. Составление карт. Это ученым. Фермерский, шахтерский. Бюро шпионажа. Превосходство флота. Опыт, скорость, дипломатический вес. Нет, больше ничего, короче. Хорошо. 30 сюда. Эй, там! Впереди космическая форма жизни. Они атакуют наш космопорт. Я вижу. Попробуем нахлобучить по частям. Флот так, атакован. Что? Ионный дезинтегратор мне пока не нужен. Улучшенные щиты. Научные комплексы. Давай научный комплекс пока получим. И посмотрим, во что эта наша разборка сейчас выльется. Не-не-не, еще куда? Вот. Вот сюда, пожалуйста. Куда вы полетели-то? А, вы по этим, блин, господи. Ой. 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 Ну, вроде бью. Бью. Ни хрена теперь особо не видно, но да, навалял нормально. Вопрос в том, сколько из них убито, а сколько упрыгало. Заметили космическую форму жизни. Ну, да, в основном он, конечно, просто ушел. Что ж. Что ж. Продолжаем. Тогда надо, так сказать, развить успех. Блин, закрепить и развить. В сутр ты прыгаешь, да? Ах, ты в сутр прыгаешь. Хорошо, тоже прыгнем в сутр. Смена принципов у кого-то. Я рад за вас, но мне похрен. Флот атакован. От
Отлично. Валите. Не будем замедляться. И снова накидали. Накидали. Так, а теперь главное успеть вот эту вот вынести, да? Сколько здесь осталось? 300. Да, здесь вы быстренько не отстроите. То есть главное флот нахлобучить, чтобы они не успели его... Чтобы он не успел вынырнуть. Так ему будет некуда вылезать, да? Возвращаться. Так, а у меня здесь станция, блин. А, ну на 1.6, ладно. Так, сюда. Сюда. 1.6. Да, мелочь можно послать сюда. И наши армии. Джбоньк. Те летят, а ты на высадку. Вторую планету, главное, тоже захватили, а? Сволоты. Ничего, я вам устрою, блин. Смотрю, и что вздумали, а? Космическую форму жизни. Расшифровка загадок, да, малый анализ. Так, навязанные мысли. Ну и теперь можно и поле взять. Так, а вам заняться нечем, да, беднягам? Да, археология закончилась. Собственно. Это у нас хрен знает где. Это у нас... А, вот здесь еще есть. А, сюда корабль не долетел просто, да, из-за войны начавшейся. А это как раз тоже хрен знает где. Не на нашей территории. Ладненько. Давайте дожимать воюнушку. А, вернулись. Вы вернулись. Все-таки вы вернулись, да? Все равно, несмотря ни на что, они вернулись. Несмотря на то, что им вроде как некуда возвращаться. Нехорошо. Кого-то мне убили. Не. Они убили нашу амебу. Сволочи. Сволочи. Крепчаем с каждым днем. Ну чё, весна придет. Сейчас мы вам отомстим. За нашу амебку. Да ладно, они еще и это мне снесли, да? Так, а почему эта система в мою не перекрашивается? А, нет, они просто уже идут. Просто бои уже идут. Нет, сюда. Раз... А, ну суфет полетел. Ладно. Откуда вот он взялся? А, со второй планеты, наверное, да? Угу. Блин. Не амебу жалко. И вообще... Только не говорите мне, что они теперь будут моими этими вассалами. Победа! Берите до дна, моя верная команда! И чё? И чё? А, вот так, всё. Вот, вот то-то же. И тут же восстание снова на этой планете, а? Столица, блин, государства.
Ой, так, жертвы террора. Минус ты-ты-тын. Так, предметы роскоши, волнение. Это да. Присвоена земля, только миграции еще нет. Минус 25. Во-первых, вернем. Вот она, древняя фабрика переработки. Вернем полицию. Я, наверное, поставлю здесь все-таки. Придется ставить здесь цитадель. Клепать в армию солдат. Должность солдат плюс 2. Подожди, а военный этот? Академия. Тоже деятельность солдат 102, плюс 2, да? Так, здесь 6 и 12. А здесь... 6 на 1 хрен. Ну пусть стадель тогда будет. Так, вы отключены от сервера. Ой. Ой. Что-то у меня отключилось. Ну ладно. Так, армия. Нет, армии. Вернемся. Пожалуйста, армию мне высадите на Унарию. На Унарии 2 восстания вроде как нема, да? Пока. Хотя тоже стабильность низковатая. Ну ладно. Что ж, подавили успешно бунт на корабле. Потеряли, правда, нашу замечательную амебу. Забыл я, как мы ее обзывали. Вот. Так, ты у нас тогда лети следом за этим. Вот. А знак локуса все так и висит. Так и висит. И на этой, кстати говоря, вот эта дрянь тоже так и висит. И когда она исчезнет, непонятно. И исчезнет ли вообще. Кто-то нам границы открыл. Ну что ж. Так, ты у нас тогда продолжай движение на последние археологические раскопки. А ты... А почему ты вообще слетел? Ты же должен был помогать. Да. Помогай в исследованиях. Чё ты перестал-то? Да тоже все сюда, все сюда, все держать, сдерживать и вот это вот все. Почему не могу высадиться? Непонятно. Совершено. Ну ладно. Что там наизучали, давай посмотрим. А, древнее замедляющее поле. Ну вот сейчас чекнем, на этом закончим тогда. Центр клеточного оздоровления. Да, давай. Так, конструктор. Смотрим, опять же, на примере того же линкора. Вот, реактивная броня, усилитель щитов, кстати. Усиление щитов 15%. Прочность щита. А опять, что такое усиление? Почему они разные понятия? С этим модификатором ТТТН будут частично отражать атаки, которые обычно отходят щиты. А, понятно. Ну, вот опять же, вот они вот сюда вот это вот все запихнули, кучу разных новых вещей появилось. А количество ячеек остается прежним. Зачем? Что? Чем? Как они думают? Каким местом? Я не понимать. Я них не понимать вообще. Древнее замедляющее поле где-то в другом месте. А где? Раньше вот здесь были такие штуки. А, вот, в щитах. Допустим. Смотрим. Нет, давай сначала обычные. Прочность щитов, восстановление 5.1. Так, а здесь? Усиление, прочность 750. Подожди, 750, такое же. Но есть усиление. Вот, вот, 5, так, и 11. Вот, вот щиты заменить на эту штуку есть смысл. В кои-то веке. То есть у нас тут же та же прочность щитов, но опять же только третий уровень. То есть уже щиты четвертого уровня будут лучше, чем древнее замедляющее поле. Ладно, я этим займусь потом. Может быть, не на записи это сделаю. А эта серия тогда на этом все. Если она вам понравилась, ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк. Оставляйте ваши комментарии. Ну, в общем, короче, оставляйте ваши комментарии, делитесь впечатлениями об игре, о моем канале, о моем прохождении. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Также подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ссылочка есть в описании. Если у вас есть аккаунты на Вазде, Литрово, подписывайтесь на мой канал и там. Заглядывайте к нам с Лаградка на наш Дискорд-сервер. Ну и не забывайте жать на колокольчик, дабы не пропустить выход новых серий. А у меня на этом на сегодня все. Всем спасибо и пока.